линейка аппаратов Basin содержит в себе целую серию различных систем стабилизации, рассчитанных на различные веса камер, начиная от миниатюрных камкодеров и заканчивая большими кинокамерами массой до 18 килограммов. Здесь их аппарат представлен в несобранном виде, ну, так, опции присутствуют. Можно сопоставить по классу бренда с EBC. Производитель Basin решил многие конструктивные вопросы гораздо правильнее с точки зрения воплощения в металле и пластике, по дизайну и по эргономичности с точки зрения работы оператора, объединенные в настоящее время под общим понятием Steadicam. Модель, которая представлена здесь, имеет головку наклонов, аналогичную головке модели Ультра и Ультра 2 по своим функциональным возможностям. Используя две координатные площадки Манфрота, выпускаемые серийно, они достаточно дешевым способом и достаточно надежным смогли решить вопрос ручной балансировки камеры на Steadicam. Достаточно интересно сделаны салазки для крепления монитора, повторяющие по аналогии головку наклона верхнюю. Интересное решение конструкции руки. Закрепили. Ну ладно. Сейчас, во всяком случае, рука системы Basin позволяет производителю достаточно дешевым способом с точки зрения технологии реализовать задачи амортизации. Довольно оригинально решен вопрос регулировки натяжения пружин. Пружина оттягивается по направляющей, через кулачок натягивается винтом. Система повторяет в целом на базе двух пружинных секций версию Steadicam 3A по руке, где Z-образно располагались пружины. По классу стоимости колеблется где-то несколько тысяч евро. По-моему, до 4, но более старшие модели, по-моему, до 6 там в полном комплекте. То есть вполне сопоставимо с ABC и решено более профессионально. Система.